Первое задание. Первое задание. Две команды придумывают себе название, имя. Объединяемся, вместе советуемся, думаю, как мы будем называться. Чья команда победила? Итак, первое, сначала вопросы. Я задаю вопросы, и вам нужно ответить, что это, или завершить предложение. Да, ваше лучше друг друга. Да, и я сейчас найду помощника, чтобы фиксировать. Я вам сейчас найду вот помощник. Отлично, отлично. Кто будет помогать мне время, секундомер? Есть. Отлично. Но давайте разомнемся с вопросом, кто ответит верно и какая команда больше ответит верно. Итак, начнем мы с девушек, конечно. Первый вопрос. Военная бронированная техника. Тантор. Супер, есть. Механическое устройство для поднятия груза. Кран. Супер. Сейчас только девушки отвечают. Когда она не идет к Магомеду, она идет к нему. Гора. Супер. Что покрывает ствол дерева? Кора. Супер. А что это? Отвечает девушка в красном. Это лидер, Основоположник немецкой философии. Слава Богу, не знаю. Первое, что объединяет Квазимода и верблюда? Вот. Правильно. Что убегает в кастрюле? Пар. Нет. Молоко. Правильно, молоко. Когда временно кому-то что-то дают, это? Долг. Займ. Займ. Кредит. Долг. Лизинг. Рассрочка. Деньги. Было слово. Четыре буквы. Долг. Правильно. Ну, надо было. Как называется предмет, которым женщина матирует лицо? Пудра. Правильно. А я тоже. Сколько было срока нужно? 40. Отлично. Итак, пока равноправно, равномерно, 5-5. Сложные вопросы. Давайте. Следующее у нас усложняем. Да. Мы берем буквы. Вас по 5. Каждая берет себе по букве. И вы тоже берете себе по букве. Это команда. Для один. Да, я даже. Буквы. А можно мне? Нет. Вон. Нам нужно будет, как только я говорю слово, становиться, выстраивать это слово. Поэтому можем так, начнем с девушек. Мужчины немножко сгруппировали сторону, и девушки выходят на первое. Я первая. То. Следующее слово.
И последнее слово автор. Я просто страх, когда человек сидит.